Они стоят на страже порядка, закона и нашей с вами безопасности. Порой их труд становится виден только тогда, когда случается беда. А между тем, работа полицейского – это каждодневная и непрерывная служба на благо округа и каждого его жителя. В эти дни полицейские региона отмечают большую дату – 85-летие со дня образования ОМВД России по Ненецкому автономному округу. А 1 марта свой профессиональный праздник отметят эксперты-криминалисты МВД, в том числе и сотрудники окружного экспертно-криминалистического центра. Рабочие будни криминалисты-эксперты Сергея Легейда проходят в поисках улик. Сегодня в спорткомплексе «Норд» произошла кража, был похищен дорогой гаджет. Согласно инструкции, полицейские фотографируют место происшествия и ищут отпечатки пальцев. Можете сами вот убедиться, великое множество следов рук, которые мы в процессе осмотра изымем, упакуем и... Уже в дальнейшем данные следы будут введены в базу данных и посмотрим, какой круг лиц входил в данное помещение. Будем надеяться, что здесь есть преступник. Криминалист всегда во всеоружии. Именно с такими специальными чемоданчиками эксперты приезжают на место преступления. Внутри кисточки, краски, химические реактивы, шприцы и жидкости. В зависимости от содержания чемодан весит около 80 килограммов. В криминалистике Сергей уже более 10 лет. Вспоминает, раньше о таком помощнике можно было только мечтать. Раньше же мы собирали свои чемоданы сами. Где что наскребем, что возьмем, с тем и ездим. И еще застал такой период мокрой печати. На зенитах фотографировали, сами проявляли все. Сегодня Сергей Легейда твердо уверен, он служит именно там, где должен, и свою работу ни на что не променяет. До сих пор не жалею о том, что здесь вот работаю, потому что, не знаю, в другой, допустим, должности пока себя не вижу, так как здесь есть большой спектр деятельности, есть к чему стремиться, развиваться, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Именно таких идейных, целеустремленных и преданных своей профессии чествовали на торжестве, посвященном 85-летию со дня образования окружного ОМВД. Сергей Легейда, как и многие его коллеги, были отмечены благодарностями за безупречную службу. Поздравляя своих коллег, исполняющий обязанности начальника, Сергей Сахаров отметил, что сегодня управление имеет достойные результаты оперативно-служебной деятельности, и сотрудникам полиции не стыдно смотреть в глаза ветеранам и гражданам. Доказательство привело результаты социологического исследования, которое легло в основу оценки работы ведомства. Жители нашего региона в большей, даже значительной степени испытывают опасность от путешествия на самолетах и поездах, нежели быть жертвами противоправных посягательств корыстного и имущественного характера. Это, безусловно, наша заслуга. В свою очередь, губернатор округа Игорь Кошин в своей поздравительной речи отметил, что такие положительные показатели достаются большим трудом. Особенно слова благодарности мне хочется высказать нашим уважаемым ветеранам, потому что вы заложили эти замечательные традиции, вы прошли этап становления нашего управления, и сегодняшний личный состав очень бережно к ним относится. День юбилея мне хочется пожелать вам любви и признательности наших граждан. В честь знаменательной даты ветеранам и сотрудникам вручили медали, благодарственные письма и почетные грамоты ведомства. Сегодня в Управлении внутренних дел по Ненецкому округу работает 455 человек. Из них 387 служат в офицерских званиях. Ирина Цепетова, Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».